необычная дискотека. На танцполе зажигают старики. Как ни в танце, можно узнать друг друга поближе. Приглушенный свет, романтическая мелодия. И вот, кажется, одинокие сердца сами потянулись друг к другу. Эту красивую пару видно издалека. Нина Григорьевна и Юрий Николаевич познакомились здесь, в санатории, на прогулке между процедурами. Сегодня с котейкой встретились. Просил танцевать, оказывается, танцует прекрасно, что в моем стиле. Я увлекаюсь танцами очень. Это мне много лет, но я дух свой держу. Когда такая дама рядом, возможно, все. Огонь страсти будоражит кровь, и вот уже кавалер готов на подвиг. Вы сейчас нас тут так поднажмете, что мы наговорим вам, а потом не расплеваемся. Это только кажется, что они способны только на платоническую любовь. Секс после 70 существует, и он особенный, рассказывает Юрий Николаевич. Тут никакой нет скорости, никакой нет торопливости. Тут все размерено чувством. С толком, с расстановкой получается. Как хорошо он говорит, видите как? Но то, что молодым хорошо, старикам порой не подходит. В республике известны случаи, когда пожилые умирали от любви. И в старческом возрасте бывают случаи, когда очень темпераментный какой-то супруг заставляет, образно говоря, насилует другого супруга. И тот идет навстречу. Бывают случаи и летальных исходов. Такие случаи известны и в нашей республике. Есть случаи, что в одном санатории действительно были любовные отношения очень пожилых людей, и после них мужчина умер, погиб. Психотерапевт Рамиль Гарифуллин уверен, что секс возможен до глубокой старости. В этом его убедили пациенты. Эта уверенность приобрела поэтическую форму. Называется «Старушка в бане». Она взглянула между ног и мысленно себе польстила. И что мужчины находили там, подумала старушка и себя перекрестила. Одним словом, вот в этом створении как бы есть некое невежество, низкий уровень культуры. То есть она, по сути дела, оказалась неадекватной к тому вниманию, которое было всю жизнь к ней со стороны мужчин. Какая тут любовь и страсти? Увидишь только лишь во сне, как целовались, прижимались, всю ночь любовью наслаждались. Утром встанешь и забудешь. Такую радость, возбуждение. Как будто... Сексуальные фантазии у дяди Толи теперь живут только в стихах. Порох в пороховницах закончился уже давно, а бабушке все нет покоя. Как только перестал угождать телом, перестал угождать и делом. Надо мужчину, надо. А где взять его? Он только один раз сможет, а мне 3-4 раз надо. В этот момент. А он один раз чуть-чуть. Ой, блин. Вот. Где взять? Не встанешь. Где взять-то? Ой-ой. Вот так. Вот это болезнь. Я даже болела. Попал, дедушка. Дед попал крепко и безнадежно. Так уж получилось, что любви до гроба у них не вышло. Вот ведь говорят там, в любом возрасте вы приходите, и это на секс мы вам здесь вылечим 50, а я ему в ответ, я говорю... Матом его, я говорю, ты ничего не вылечишь, вот вылечи моего дедушку. Ему пошел 9-й десяток, ничего, там пошел. Надо крючком, и то не поднимешь, ничего не сделаешь. Ни один кран. Да. Но такая безнадега далеко не у всех. Чудо-средства, работающие на подъем, в аптеках не залеживаются. Причем в бой идут одни старики. Буквально вчера пришел к нам дедушка и спросил, что у вас есть, девочки, новенького для коррекции мужского здоровья. Мы ему предложили очень хороший, замечательный препарат. Приходят также и бабушки, которые тоже покупают для своих дедушек эти средства. Заниматься сексом можно вплоть до гробовой доски. И я знаю много пар, которым за 60, и которые благополучно живут половой жизнью. Пусть это будет не 3 раза в день и не 3 раза в неделю. Но это может быть и раз в месяц, но это качественно, это с любовью,
это с полным взаимоудовлетворением. По словам Любови Мумладзе, древнеиндийский трактат о любви «Камасутра» написан для людей зрелого возраста. Когда детородная функция у женщин угасает, самое время заниматься любовью в удовольствие, познавая экзотическую технику секса. В нормальном доме не только должно пахнуть чаями на кухне, но еще и диван скрипеть. Это и есть секрет сексуального долголетия. Чтобы сохранить эротический дар, надо его развивать. Причем работать над ним нужно всю жизнь. В сексологии есть синоним. Это называется, есть ли у вас жизнь? Занимаетесь ли вы жизнью? Жизнью. Это не просто так придумано. Для того, чтобы замаскировать это слово. Нет. В этом есть глубокий смысл. Это и есть жизнь. Это и есть жизнь. А когда мы приглашаем кавалеров, они говорят, ну там не наш возраст. Ну, как будто вы молодые. Я говорю, ребята, кому больше 35, уже не мальчики, далеко не мальчики. Алия Шакирова уже 30 лет работает культурологом в санатории «Крутушка». За это время она не раз убеждалась, что любви действительно все возрасты покорны. И в 50, и в 60, и влюбляются, и романы, и все это прекрасно и хорошо. Ну, а рекорд – это 92 года, ветеран войны, ветеран труда, мужчина, который не пропускал ни одних танцев, но его секрет молодости такой – он танцевал с дамами, которым не менее 20 и не более 40. Как вы думаете, есть ли секс после 70? Понять не имею. У моего знакомого есть бабушка, вот она до сих пор хочет. 70 лет – это еще не предел? Поэтому я считаю, что есть. Извините, я не могу на это ответить, так как мне еще не 80. В молодости вряд ли кто-то из нас задумывается о старости. Нам кажется, что она никогда не наступит. А если и наступит, то еще совсем не скоро. Любуясь своим отражением в зеркале, мы не думаем о возрасте. А ведь старость подкрадывается к нам незаметно, с годами оставляя глубокие морщины на нашем лице. И в зеркало смотреться уже не хочется. А ведь за этим измученным старостью лицом кроется горячее сердце и вечно молодая душа, которая, несмотря ни на что, все еще способна любить, желать и быть желанной. Айгуль Низамутдинова, Лариса Фенина, телеканал «Эфир».